Ребятки, мы в Алексине. Сейчас мне нужно понять, куда мне ехать. Потому что навигатор здесь как-то себя ведет очень странно. Так. У нас там соборчик. Вот, я нашел вот этот указатель. Все очень странно, конечно. 71-й регион, это который регион? Так, сейчас, смотрите, смотрите. Сейчас у нас, по сути, будет река Ака, наша дорогая. Ну и надпись «Центр». Значит, в центре нас что-то ждет. Пока я как-то не особо сильно впечатлен. А вот она, Ака. И, как всегда, у нас, ребят, будут проблемы с тем, чтобы к ней подобраться. Как всегда. Черт, ведь подери, а. Ну ладно. Вижу, что ничего красивого. Там у нас все лесистый берег, где тебя еще могут запросто прикопать. Ну ладно, как уж есть. Наше дело было приехать. Мы приехали. Так, жди вокзал. Ага. Ну что, вполне себе, по-моему, замечательный поворот. Вы не находите? Ну, сейчас найдем подступ к реке. А давай в ту сторону поедем. Мне кажется. Как вы думаете? Давай направо. Чисто по интуиции. Так. Ну вот, сейчас мы найдем, как нам подойти к реке, и будет. И будет. Там встанем, будем отдыхать. Гляньте, видите, какие маленькие вагончики? Офигеть, офигеть. Так. Ага, вон я вижу спуск. В принципе, мы могли туда и поехать. Сейчас, ребят. Может, на следующем развернемся.